Спасибо, Иисус, спасибо, Отец. Во имя Иисуса Христа. Дух глухой, вон. Уши, будьте исцелены. Прямо сейчас. Во имя Иисуса Христа. Дух Святой, я благодарю Тебя за то, что Ты открываешь ухо этой женщины. Спасибо, Иисус. Как Вас зовут? Анна. Анна? Да, скажите, Анна, у Вас сейчас в спине боль есть? Нет, я постою крыку, да мне кикол. Тут воротится, что кожа, не могу. На вот уже и стоять работать. А сейчас Вы можете стоять? Ну вот стою, нет крыку. Нет. И боли нету? Нету боли? Пока что болела, исчезла боль. Такое. А можно Вас попросить просто пройтись, походить? Вот так, без паузы, да. Вот, вот так вот. Походи, походите, идите, идите. Не вот. Надо. Хорошо, идемте туда, да? Да, давайте, идите, идите. Можно убыстрить немножко шаг. Легче ходить стало? Ну, вот так, ничего. Да? Хорошо. А наклоняться Вам сложно было? Хорошо, не болит спина? Нет. Нет? Вы могли так делать? Надеюсь. Давайте я поцелую Вас. Вам давно не целовали руки? Ладно. Не давайте. Хорошо, слава Богу, давай. Дух Святой, я благодарю Тебя. Спасибо, Иисус, спасибо, Отец. Во имя Иисуса Христа. До конца, полностью, все тело будет исцелено. Спасибо Тебе, Иисус, за Твою жизнь. Спасибо, Дух Святой. Аминь. Хорошо, а ну присядьте. Давайте, я помогу. Давайте. Ой, господи, я не могу. Не могла? А сейчас можете? Ну вот, я. Да, давайте. Ничего страшного. Боль в коленях есть? Нету ничего? Я понимаю, ну, конечно, уже возраст, немножко тяжело, но боли нет. Вы понимаете, что Бог исцелил Вас сейчас? Понимаете? Задышка чувствуется еще? Да, давайте я поет еще. Дух Святой, я благодарю Тебя во имя Иисуса Христа прямо сейчас. Сердце будет исцелено. Дух Святой, коснись ее сердце. Коснись ее во имя Иисуса Христа прямо сейчас. Я приказываю одышки выйти вон. Легкие, будьте исцелены. Сердце будет исцелено. Во имя Иисуса Христа. Прямо сейчас дыхание выровняй. Спасибо, Иисус. Делайте вдох-выдох. Легче сейчас стало? Да? Слава Богу. А ну, походите еще. Идите, да. Без паузы. Ну, нормально. Хорошо. Ну, что его быть еще? Ну, что его делать? Ну, давайте спляшем. Хорошо, слава Богу, давай. Все. Бог исцелил. Слава Богу. Можете без палочки ходить, но если он... Без палочки. Идите без палочки. Да. Хорошо, вам поклон. Хорошо, да. У меня что-то болит, я делаю другое. Ну, сейчас, когда стоит, не болит. Когда нагибать, не болит. Тоже не болит. А когда не болит? Я иду где-то, из меня не уходил. Так я знаю, а нога болит. Так я догадалась, что у меня спину. Ну, вещи. Хорошо. Смотрите, если вы вот так по ступенькам пройдете, у Вас будет болеть? Нет, я медленно иду, то не будет. А если побежите? А если упрыгну на
О, прыгну. Сейчас будем делать рекорды на... Посредине. Хорошо. А с ногой я уже... Дух Святой, я благодарю тебя за то, что ты ляжешь. Во имя Иисуса Христа прямо сейчас. Позвоночник то, будь исцелен. Позвоночник, будь крепким и сильным. Кости таза, будь исцелены. Ноги, колени, будь исцелены. Во имя Иисуса Христа прямо сейчас. Дух Святой, я благодарю тебя. Во имя Иисуса. Жизнь. Спасибо, Иисус. А ну прыгните. Еще раз. Еще раз. Еще раз. Ну я так, как треба мне, я прыгаю. Ну и вверх надо. Ну так вот, я почула, уже разом несколько, что у меня посредине больно. А нога болит уже годово. Так это от позвонка болит. Нога болит с годов 20. И у больницы. Нет, два. Два года. Я пробовала в больнице. И что, болит нога? Ну, я встаю, не болит. А что надо делать, чтобы она болела? Ударите ее? Нет, нет. Возьмите, присядьте. Присядьте. Есть боль в ноге? Нет, я просчитаю. Вот на колено я не могу сушить встать. А, вам на колени надо встать? Нет, надо на колени. Я на колени не встану. Уже давно, году. Надо матери, чтобы встать на колени. Ну, встаньте на колени, ладно. Сначала в больнице прошло, сказали колено, я на велосипеде еду, отлично. Да? Ну, давайте на колени. Я помаленьку, то я стану. И сразу судорога берет. Сразу судорога берет, да? Хорошо. Хорошо, Дух Святой, я благодарю тебя. Спасибо, Иисус, спасибо тебе. Спасибо за то, что исцеляешь во имя Иисуса Христа прямо сейчас. Позвоночник то выровняйте, двигайте, выравнивайте, двигайте, двигайте. Позвоночник выровняйте во имя Иисуса Христа. Хоть и тогда будьте исцелены прямо сейчас во имя Иисуса Христа. Дух Святой, я благодарю тебя. Спасибо, Иисус, спасибо, Отец. Спасибо за то, что исцеляешь во имя Иисуса Христа. Мышцы связки, там неправильных разменов во имя Иисуса Христа. Дух Святой, спасибо. Еще раз. Знаете, пока стою, але вот в хвостах. Сейчас тянет немножко? Тянет. То есть, не вставайте. Дух Святой, я благодарю тебя. Спасибо, Иисус, спасибо, Отец. Полностью, до конца, до конца, до конца, до конца. Во имя Иисуса. Аномалия в спине прочь. Ноги будьте исцелены. Дух Святой, спасибо. Вставайте. Ну вот у вас это не стало. А у колени, слава Богу. Колени все. Сказали, что колени. То есть сейчас полностью вы хорошо все наклоняете. Колено не болит у вас. Нет, я медленно я опускаю все. И медленно поднимаю все. Я крыска. Ну хорошо, делайте еще раз так. Лево. Гудит? Нет, болит в этих местах. А, болит сейчас? И это, але это чуть-чуть, а это мусор. А сейчас легче стало вообще? Ну, вы раньше говорите, что тяжело было делать. Ну, я это думаю, что не стало лучше. Одно, что обидно, а это обидеть правильно. Ну, на самом деле, вам все прятать. Просто мышцы надо разрабатывать. Я уже к коте поняла, что это от спины принять. Хорошо. Ну, там деле с вами все в порядке. Дух Святой, я благодарю тебя. Спасибо, Иисус, спасибо, Отец. Спасибо, Дух Святой, за то, что ты исцеляешь. Во имя Иисуса Христа полностью совершен. Во имя Иисуса Христа. Дух Святой, спасибо. Спасибо, Отец. Спасибо, Иисус, за то, что эта женщина может сесть на шпагат. Доктор, а могу я играть после операции на пианино? Он говорит, ну, конечно, сможете. Странно, никогда не играл, а теперь буду играть. Спасибо. Спасибо. Я благодарна Иисусу. Я как бы встала. Хорошо, слава Богу. Хорошо, слава Богу. Сейчас болит? Сейчас болит? Сейчас болит?
Хорошо, тетя напишет. Хорошо, надеем уже новые. Ножки вместе, давайте. Вот. Сейчас тогда я выровняю. Вот, и тут сразу показал. Во имя Иисуса Христа прямо сейчас правая нога расти. Тянись быстро. Во имя Иисуса Христа прямо сейчас. Позвоночек. И дальше нерв будет целен. Все. Давай. Потрогайте вот так, побейте. Проверьте. Сейчас так же или уходит? Лучше-то? Дух Святой, я благодарю тебя во имя Иисуса Христа полностью до конца. Кровообращение, нервное окончание, освободитесь. Во имя Иисуса Христа. Дух Святой, спасибо. Проверьте. Лучше того, да? Лучше того, да? А ну проверьте спину. Чувствуете изменения сейчас? Легко стало, да? Хорошо. Астрахандрон, вы руки поднимаете? Не можете вращать, да? Ага. Хорошо. Дух Святой, я благодарю тебя. Спасибо и тут, спасибо тебе. Во имя Иисуса Христа, астрахандрон прочь. Моментально, во имя Иисуса Христа. Сейчас, диски. Выровняйтесь, во имя Иисуса Христа, позвонки растягивайтесь, сейчас, все соли растворяются и уходят, дух немощи, прочь, поднимайте, выходи. Дух Святой, спасибо, спасибо Иисус, спасибо Отец, во имя Иисуса Христа. Покрутите шею. Лучше стало, да? Все? Ну, вот так вот. Все. Вот так разбираемся с остеохондрозами. Слава Богу. Давление, да? Хорошо. Отец, я благодарю тебя.